Новый тренинговый центр поможет лонгипассам спастись при инсульте или инфаркте. Фельдшер скорой помощи с 20-летним стажем Эдуард Кузьмин решил научить горожан помогать самим себе в экстренных ситуациях. Как организовать доброе дело, Эдуарду рассказали в местном ресурсном центре. Он курирует работу НКО. Всего в Лонгипассе зарегистрировано около 30 некоммерческих организаций. Они оказывают психологическую и медицинскую помощь, организуют досуг, развивают технические виды спорта. Самые активные представители собрались, чтобы обсудить концепцию развития ресурсного центра. Первые результаты совместной работы можно оценить уже через полгода. Одно из требований грантовой поддержки – это информационная открытость. И мы готовы друг другу сейчас помочь, чтобы поднять социальные сети, как наполнить социальные сети, каким образом мы можем друг другу помочь. Рассказывается о планировании, рассказывается, куда нужно обращаться, куда бежать, что делать по месяцам, через полгода, какие результаты должны быть, на что мы должны тратить деньги, как правильно это сделать, все грамотно оформить, документально, рассказать людям о нас.